Ассаламу алейкум, респектабель наблюд. Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире «Чё там у вас ньюс?» Новости Центральной Азии, а также и не только. Сегодня в выпуске. Унча выпуск та стартовой программа. Казахстан, да, вообще госслужащих. Госслужащим в Казахстане запретили брать на работу родственников. Это полностью парализует работу всех государственных и муниципальных учреждений. Ведь в офисах останутся только уборщицы. Да и то не все. В Душанбе запустили двухэтажные автобусы. Теперь возможность заразиться коронавирусом в общественном транспорте в два раза выше. Алмазбек Атамбаев. Из-за того, что все счета Алмазбека Атамбаева заморожены, он пытался продать на площади свой бронированный Мерседес. Это, конечно, Мерседес пробить невозможно, немецкая машина. Киргизистан хомехрубани бахайрат меурат. Доброта кыргызстанцев продолжает удивлять. Журналист Первого канала опоздал на митинг в Бишкеке и остался без видеосюжета. Но отзывчивые бишкекчане не дали парню лишиться работы. Парнишка, дай мне хороший помогашка болбашме. В Индии ученики сдавали экзамен с коробками на голове. Учителя хотели, чтобы дети не списывали. Хоть и сами списали идею с игры Майнкрафт. Сеть просочилась видео, на котором заключенные одной из казахских тюрем курили всем известное, неизвестное вещество. Первый бомбас, второй бомбас. Агайындар, короче, братва. Зектар вобер. За зектар и я. После данного инцидента начальника колонии уволили. Оно и понятно. Даже сами заключенные просили начальника не снимать происходящее. И тем более самого себя. В Казахстане две недели назад отменили смертную казнь. Данная новость очень взволновала казахстанцев. Ведь они думали, что смертной казни не было и до этого. Новости урбанизации. В Бишкеке ради эксперимента совместили тротуар и проезжую часть. Если испытания пройдут удачно, машинам будет разрешено ездить по тротуарам, а людям будет разрешено привыкать к этому. Привыкание и чё за додам ешава. Бум, чё там у вас ньюс? Это были «Чё там у вас ньюс». Всем хорошего настроения, мы угощаем. Без угощения, дед.